Нет, пока нет. Но мы дальше, потом влево. Вот. Нет, мы дойдем до развилки, где будет гора в виде дракона. Головы дракона. Справа. Вон, видите, какие тут домики стоят. Может, нам там креслица наша? В такого типа домики. Красивый домик. А что, приятно босичком, да, наверное? Классно, я боюсь. Ну, мне тоже нравится. Я но... гвозди не взяла, кто гвозди взять, просто я не беру гвозди. Понятно. Что ты считаешь? Егиня. Егиня? Это... Говорят, вы моя богиня. Она говорит, вы моя Егиня. Егиня, это напоминает. Этот, песни, группа такая, Громыка. Громыка. Да, а-а-а. Надо тебе скинуть пару песенок, они в таком стиле слова извращаются. Типа, как ну, типа в Серега Львовском каком-то стиле, в моем. Вот как раз ты моя Ягиня, это очень в стиле этой группы, как название. Там Ольга, вспомнить. Там в одной из песен такой рефрен. Вот сейчас налево, вот сейчас, девушки. Да. Вот видите вот эта скала, вот это фотозона наша. А вон там скала голова дракона, вон там. Маринка, посмотри. Вон она, посмотри. Да просто посмотри на нее. Вау! Давайте туда залезем. Вечером, да? Да, вечером. Там закат красивый. После воды уже. После воды. Сейчас там. Вот это два арт-объекта. Вот это и вот это скала. Дальше что, идем? Вот идем, да. Ну, на этой скале мы в эту сторону фоткаемся, а на той обратную сторону. Ну, это как бы такая традиция, не знаю. На скалу кто-нибудь хочет залезть? Ой, что-то я вот нет. Мне жарко, блин. До магазина и до воды. Да, это до магазина. Ну ладно. Давайте тогда не поздно обратно пойдем, чтобы полазить. Ну, вот, блин, если мы сейчас везде лазить будем, то, конечно, мы 2, 3.